Всем привет, с вами Шмыга, вы на канале Шмыги. Сегодня играем в игру под названием Зомботрон, Зомботрон, Зомбо и Трон, типа Трон и Зомби, типа Зомби и Трон, ну типа мы на Троне и Зомби, или никак там. Это третья часть по данной игре, мы вроде как с вами куда-то продвинулись, по части сюжета или не сюжета, не знаю. Ну и типа, ну и, да хорош! Ну и типа мы с вами нормально так играем уже. Ну типа, ну может быть не нормально, конечно. Ну в смысле, не, я-то играю как бы как днище. Я... Ё-моё. Опа, на. Опа, и упал, и все, там вы убей. Он убьет сейчас их, смотри, взорвется. И да, по красоте. Шмыга прям вообще. Ты видишь, какой... Это что такое? Типа... А типа кого он там хочет чпохнуть-то? Ко мне решил лезть! Новый уровень, красава. Это что такое? О, ящик, ящики дохрена. На один секрет даже. Пошел в жопу. Пошел, я сказал, в жопу. Так, да, хорош. Что здесь? Взять. Подожди, взять. Повышение. Подожди. Сила. А, все, да? Блин. Почему я не могу взять повышение? Что за повышение? Рюкзак. Я не могу взять, потому что у меня всякое говнище. Говнище. Подожди, а куда я могу продать? Да ладно. Ты прикалываешься? Память дневника. Я больше не могу, если на меня сводит с ума. Я боюсь спать, я боюсь выходить из комнаты. На днях Трайнер прошел по коридору мимо меня. Взгляд его был безумен. Изо рта капала слюна. Связь не работает. О боже, нет. Почему я не могу продать? А, могу, вот так надо просто делать, да. Да, и все, мы берем это говно. Так, теперь, что она дает? Прикрой свое лицо деревянным забором. Броня плюс 8, плюс выносливость, 16, заблокировать удар. А у меня с тобой, что у нас с тобой? Это вот это, да? Слушай, а тут найти деньги, короче, типа, да, бабусы. Это я, в принципе, продам. Я только не знаю, куда это я продаю, но, видимо, да. Видимо, что-то продается, что-то не продается. Ладно, забей, мы ружье, типа, дохрена, но не дохрена. Короче, забей, да ладно, да. Мы с вами играем в Doom двухмерный, поэтому просто забей. Просто забей, скоро должно... А я думал, секрет. Ну ладно, ничего страшного в этом нет. Так, мы туда с вами не можем впрыгнуть, да? Никак вообще. Мы можем только, знаешь что, через лифт. А ну-ка иди-ка сюда, лифтяра. Лифтяра позорный. Или не позорный, не знаю. Какой ты? Лифтяра, ты какой? Ты позорный лифтяра или ты такой, типа... типа я уже ни докуда не допрыгиваю, да? Типа, камон. А как быть? Ладно, окей. Типа допрыгивать это, короче, не наше уже, да? Ну хорошо, ладно. Давай сверху попробуем. Это злой чувак или не злой? Ну, в смысле... Я не помню, это был злой чувак или не очень злой, или как бы... Или злой, но не злой. Что я нашел там? Подожди, стой. Память дневника, я работаю в летающем гараже. Кто бы мог подумать, интересно, сколько злых ведьм мы уже раздавили. Словно Элли. Броня 3 и... И... На чем? Броня 3. Да блин, тут броня и выносливость, а тут железные сапоги, которые, скорее всего... Хорошо, если это лишь малая часть корабля, где же основная? Не похоже, что это корыто могло совершать большие перелеты. Тут мощности едва-едва хватит, чтобы дотянуть до орбиты, не более того. Падла тварь. Зачем так больно бить-то ты? А? Слышь, а этот... Твою мать... Извиняюсь.
А, да, вот мы попали сюда. Все понял. Я все понял. Подожди, а куда нам нужно там вообще попасть-то было? Вот я прыгал, там прыгал, да, но не прыгал, но не прыгал. Ты прыгал или не прыгал? Ты прыгал, ты прыгал, а? Опа, ничего себе. Камон. Я же ему в голову попал. Почему мне... Тут... Ну ладно, хорошо. Это я лошара, Да ты, слышь, ты нормальный, нет? Ага. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Подожди, вот в эту дурку можно впрыгнуть или нет? Да блин. Ты бесишь. Куда же можно было впрыгнуть, полюбас? Опа. Слушай, а это какой-то сильный. Это сильный, падла. Это какой-то другой. Так, это на переход на другой уровень. Но у нас было... У нас с тобой были другие варианты. Наверх еще подняться, по-моему, был вариант. Поэтому давай-ка мы наверх еще немножко подползем, так сказать. А, плюс, подожди. Плюс, да. Не, ну, немножко опыта, короче. Никому не помешает немножко опыта в жизни. И в игре тоже. Нет, нет, мы выше. Выше, 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 сильнее, да. Опа. Всякие плюшки еще. И еще раз выше, да. Хорош. А? Шмыга хорош или не хорош, а? Добро скажи, а? Добро скажи мне, хорош или нет? Опа! На-на! Чё там, чё там, чё там, чё там? Шляпа какая-то, да? Так, больше тут ничего нету. Так. А, ли... Ну, нет. Да нет, нет, нет! В смысле? Подожди, я же еще могу выше подняться. Подожди, да что ты мне, ну что ты мне паришь-то, ну? Почему я не могу выше-то подняться? Камон. А это типа конечно, а вот это что так означает? Ничего не означает. Блин, там короче какой-то секретик был, прикинь, стопудово. Я вижу уже, я вижу, там можно было, там можно пробить, короче, и ну короче все понятно. Ну ладно. Так, а мы открыли дверь вниз, по-моему, да? И, а здесь... во, какой-то секрет тоже есть, да? Большой. Хорош. Хорош. Ой, какой хорош. Не, какой хорош. Так, подожди, я вот в эту дырку хочу. Опа. Я же говорю, туда можно... Нельзя? Ах ты, собака, тварь. Нельзя, получается. А мы вот тут открыли, да? А я не... Бесебака какая, а? Я не игра. Ну ладно, ладно, хорошо. Мы ждем лифт тогда. Чё, где? Что не сделаешь ради лифта? А, нет, стоп! Да, все правильно. Я же через это могу... Не, ему... Ты такой дурак. Ну, шмыга, ну хорош, ну хватит. Ну сколько можно? Сколько можно всего вот этого делать, а? Ну, ну сколько можно? Так, давай-ка, 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 давай-давай-давай. Давай-давай. 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 Доминируй, доминируй, унижай. Жалко, что мы... Там, скорее всего, был какой-то секрет какой-то прикольный и, скорее всего, очень классный. Но... Но, да. Ну, шмыга, такой шмыга, конечно. Да ты, слышь, не гони мне здесь критического. Да слышь, я же отхожу, блин, ну вот как так-то, ну... Да ладно! Хорош.
Ой, хороший. Так, а, есть какие-то мины у меня. Хорош. И чё, и как они работают? Лол. Типа, мины есть и чё. Так это не мины, это какое-то говно. А если они не убирают, не убирают... Если от них никто не умирает, что это за мина? Очень классная игра, когда от мины... Ну, типа, противник не умирает, а ты... Ну, ты понял, да? Собака твоя. Да я же отхожу, ну хорош. В смысле, критически в голову, это типа так на полшишки ему оторвало всего. Я, конечно, не спец, но, по-моему, это какое-то говнище, блин. Ой, хорош. Да блин, да хорош. Да хорош! Тик, тик. Да быть ты... Ты же вначале стреляешь постоянно, а теперь ты решил не стрелять, а сразу меня чпокнуть, короче, да? Чтобы что? Дай... Ты прикалываешься надо мной? Да ты прикалываешься надо мной или чё? А я думал это... Уху! Так, короче. Нормально пока играем вроде как, да? И, ну, типа, не хочется, типа, ну, типа, не хочется переключаться с такого классного канала, как у Шмыги, да? Ну, типа, хорош, да? Угу. Меня бесит то, что вот, ну, короче, как они так... Ну, блин, ну ладно. Ну, типа, они быстро очень так дают прям в обратку. Я думал, что, ну, типа, камон, хватит. Ну, а секретики, секретики, я люблю. Секретики хороши, да. Секретики хороши, тут никто не спорит. Так, что-то там подобрал, короче, типа бабок там, типа, или что-то, не знаю. Но, да, нормас, короче, нормас. Блин, ну у меня саранча, патроны лишние не бывают. Подожди, а у меня как... А, подожди, броня 2, точность к оружию 5 к опыту, шляпа бледной славы. А, подожди, 2 броня, а у меня... У меня 12 броня, лол. А это что, психосимуляторы? Точно. Слушай, это уже нормально так. А у меня как называется? Колючка у меня называется. Огнестрел, блядь. Подожди, а как я... Блин, а тут нет типа этих саранча? Наверное, это что-то поприкольнее, типа, да? Чем мое оружие или нет, как думаешь?
Ну ладно, забей, пока с этим побегаю. Ну а чё, не, ну я хочу, не хочу... Не хочу тратить деньги, я хотел сказать. Вообще нормально тогда улетел. Пес. Тихо, наверх мне надо. Мне надо наверх. Да. Только выше, сильнее и быстрее. И тихо. А, жалко. Секретик, думал, там будет. Да, и все, мы типа, прошли уже главу типа эту, да? Это мы молодцы. Это мы молодцы. Так. Открывамба. Давай, давай, открывай. Тихо, тихо, не рычи там. Да коротко! Ну как ты? Ну вот, ну блин, ну это как-то... Это очень странное поведение игроков, если честно. Точка сохранения, отлично. Отлично. Ежели что? Ежели. Да? Ежели... Опа-на. Чё такое? Чё здесь? О! Здесь первый босс, типа, наверное, да? Да ладно, да. Первый босс, смотри. Босяра. Босяцкий босс. В смысле? В смысле? Типа, типа кого? Типа, типа серьезно? А, прикольно. Я понял, ребят. Да в смысле? Иди ты на, слышь? Дай нормально поиграть-то, алло. Я умер на точке рестарта, короче, и там выросла какая-то пусечка, которая меня просто долбит, и все, да? Тихо. А это нельзя пропускать, да? Тихо. Да! Да в смысле? Да в смысле? Да, да хватит. Ну нет, не серьезно, слышишь ты? Жирный, блин. А чё у меня горит жопа? Почему у меня горит жопа? Два раза критического? Мне... Ага, я понял тебя. Хорош, нормас. Нормас, нормас. Тихо. Так, аптека. Вижу аптеку, ставлю лайк. Пошел ты в слань. Ну, в смысле, туда, да? Хорош. 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 Слушай, ну, это уже, короче, знаешь, что оно мне напоминает? Эти игры, ну, типа... А, как они называются? Которые, ну, типа, Дэнди. Понял, да? Да хорош, ну, блин! Собака. Тихо. Ты какой продать? Надеть? Так. Надеть. А куда вот деваться от него отсюда? А что? А, конец игры. А, то есть у него еще понятно. Да, мы с вами надолго на этом боссе, на самом деле, будем сидеть. Потому что я не понимаю совершенно, как... Как его можно убить. Хорош. Не, ну вот...
Что хорош, то хорош. Что плохош, что плохош. Подожди, а можно я пока вот поубиваю всяких вот этих мразот? Нет, нельзя, я понял тебя. Отвали от меня. Да слышь, а куда ты бегаешь-то, алло? То есть он меня уже жрет, короче, да? Да, прикольная игра. Очень хорошая. Мне нравится, да. Я люблю, когда... Я люблю, когда так делают, да. Очень хорошо, очень прекрасно просто. Просто я стою, меня уже херачит, короче, вовсю. Короче, я понял. В него бессмысленно стрелять. Нужно убивать его этих, да? Рук. Или нет? Подожди, что-то я не понял. Да блин! Да! Это самое забавное, что я видел вообще в своих играх. Нет, подожди. Извиняюсь, ребят. Не, по нему надо стрелять, да. Давай, прыгай сюда, братан. Слушай, так он еще и быстрый, оказывается, смотри. А, блин, я забыл, что по две пульки-то можно мне всего лишь всаживать. Да, это из... Да ё-моё. Так, критический урон получил. Так, ручище вылезло, да? 2700, слушай, ну половину я ему зачпокал. Иди на. Да иди ты на. Не, я не согласен с этим, что... Так, он своих тут детенышей типа пихает мне, да? Тихо! У меня кончились патроны. Подожди, а что мне делать? А где моя узиха? Так, во-первых, применить. Во-вторых, надеть. Где моя УЗИ? Сейчас, стопэ. УЗИха есть, надеть. Да не-не-не-не-не! О, нет! Очень честная игра. По отношению к игроку. Не-не-не-не-не. Да не-не-не, да. Да, прикольно, очень хорошо. Очень хорошо, очень хорошо. Мне бы Патриков на самом деле. Ну вот смотри, вот он типа стоял, не двигался, да? А вот есть как бы, ну, типа персонажи. Ой, какой продать, надеть. А есть персонажи, которые как бы такого не делают. Ну, не персонажи, а как это называется?
Ну, типа, я по нему стрелял, он стоял, не двигался. А есть тут как бы такое, что, ну, типа, ты стреляешь, не стреляешь, а все всем пофиг, типа. Да ты гонишь, да, блин, он через... А! Ой, я дебил. Через это-то можно простреливать. Собака. Да не-не-не-не! Почему я загорелся? Почему я загорелся? Алло! Игра, не надо! Не надо, игра, пожалуйста! Да... Твою налево, а? Это просто такой бред. Я реально, я отказываюсь в это что-либо про это говорить. Давай, до свидания. Да не, ну просто это такая бредятина, реально. Я мог бы его и там завалить, если бы не застревал, как с старой мудей какой-то, да? Какой-то старый амудень, типа того, да? Так, давай соберем, что тут мы не собрали с тобой. Видишь, до нового уровня, как, короче, типа... А, они еще немножко двигаются, типа эти, да? Ручище, типа. Так, мы собрали все свое вроде, да? А вот туда нельзя бы никак пройти, типа. Наверное, нет. А, все свое мы собрали. А, нельзя, типа, двумя кнопками, типа, вниз никак не спрыгнуть. Ну ладно. Так, а, подожди. А, да, герой, подожди. А, ну вот так вот будет, пусть. Так, и кто-то еще здесь. О! Камон, блин, я не ожидал. Я думал, только загрузка будет какая-нибудь, и все. А, какая-то прикольная броня, скорее всего, да, нам досталась. Что это такое? Броня. 18 урона, шансы увернуться. Да, окей, хорошо, надеть. А, это мы можем продать. Так. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, да-да-да, я понял. Подожди. Ну да, в принципе, все. УЗИшка-то у нас, дробаш у нас. Все нормально, да, погнали. А, это типа, не, даже не концовка, типа, да? А, вот, да. Что за... Где мои энергоблоки?
Так вот почему не отвечала Эш. Спокойствие, только спокойствие, Блейз. Твой разум тих и прозрачен, как вода горного озера. Нет, это не работает. И я вас найду. А вот вы, значит, как... Вот вы, значит, как устроили. Заманиваете идиотов типа меня и грабите. Но скоро вы почувствуете на себе мой гнев и отведаете на вкус отборного свинца. Эш, сейчас я закачаю тебя в автономный модуль. Ну что, детка, сейчас мы попробуем тебя реанимировать. Главное, чтобы все получилось. Давай, шайтан-машина, грузи мегабайты. Соединение, идентификация, код 3254411, подтверждение, доступ отклонен. Эш, это я, капитан Блейз Раш, код доступа 0422, включайся. Парагон, паранойя, Эш, приходи в себя, безумный ИИ, это даже хуже, чем его отсутствие. Я не даю на это разрешение. Загрузка завершена, система готова к работе. Капитан, что происходит? Эш, это я, ты вернулся? Ты вернулась? Капитан, не странное ощущение, я не чувствую корабль. Корабль обесточен, и я, честно говоря, надеялся узнать у тебя о причинах. А тебя я закачал в автономный модуль. Я хотел бы знать, аж кто обесточил мой корабль и куда эти подонки дели энергомодули. Капитан, организованная группа неопознанных гуманоидов применила электромагнитное оружие. Это последнее, что я успела зафиксировать. Значит, где их искать неизвестно? Капитан, сенсоры и камеры корабля были обесточены. Визуальная информация не поступила в ПЗУ. Ладно, будем действовать по старинке. Попробуем найти похитителей по следам. Ребят, на этом я закончу данную серию. Всем спасибо, кто был. Кто был или кто есть. Всем, ребят, спасибо большое, кто смотрел, кто ставил лайкосы, кто что-то писал, кто подписывался на канал. С вами был... Кто? Шмы? Где? Это канал? Это что? Это YouTube? Что? Всем пока.